15 мая – это дата для старта исторического форума, была выбрана не случайно. Этот день принято считать днем основания Ягошихинского завода. Главной темой форума в этом году и стала промышленность. История Перми от заводского поселка к промышленному мегаполису. Основная цель нашего нынешнего форума – показать ту эволюцию нашего города, когда фактически начало было с медиплавильного завода Ягошихинского. Сегодня трудно представить без промышленного потенциала наш город. Не случайно для пресс-конференции, которая знаменует начало череды мероприятий исторического форума, был выбран музей предприятия «Пермские моторы». Крупный завод был и продолжает оставаться районообразующим. Что происходило, грубо говоря, с заводом, да, связь с городом. Все то, что вокруг завода, да, то есть там это в том числе и работа людей, работающих на заводе, да, то есть с точки зрения обустройства жизни, создания для них нормальных условий. Так что завод и город всегда были связаны с друг другом. Форум – совместный проект вузов, архивов, музеев, библиотек, органов местного самоуправления. Он нацелен на обсуждение особенностей и тенденций развития Перми, места и роли нашего города в жизни России. Форум призван повысить интерес истории Перми и пермяков. Если мы бросим такой ретроспективный взгляд в прошлое, последние три века нашей истории городской, мы увидим, что история города самым неразрывным образом связана с историей промышленных предприятий. Появился Ягошихинский медиплавильный завод, появился город. Первые мероприятия исторического форума ориентированы на школьников, и проходят они в игровой форме. Одно из них – фотокросс. В нем приняли участие 9 школьных команд. В команде 3 человека. Плюс с ними присутствует их учитель. Им выдаются конверты. В каждом конверте 3 задания. Отгадать необходимо по фотографии фрагмент фасада здания исторического. Наша задача, чтобы в процессе этой игры они узнали как можно больше новой информации. Для школьников среднего звена была организована пешая экскурсия. Ребятам предстояло буквально постоять у истоков старой Перми. Было интересно узнать на месте, где мы сейчас стоим. Когда-то были жилые корпуса для рабочих. Я для себя узнала много нового. С чего начиналась история Перми. Я почувствовал прилив гордости за свое отечество. Это не простая экскурсия в каком-то музее. Где мы стоим, там и начиналась история Перми. Осознаем, сопоставляем, что было раньше, что сейчас. Информация о третьем городском историческом форуме будет регулярно публиковаться в специальном разделе сайта Пермской городской думы и официальной группе в Фейсбуке.